Да, здесь Одевай на тебя специальный. Один, два, три. Готово. Отлично. Входи в дом. И я даю команду. на три Клетка установилась. Хорошо. Кто у нас там? Хорошо. Грей. Гре, игры, дракон, джин, без. Две воронки. Две воронки. Семь штук. Отлично. Под воронками открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Они уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо, синий дракон. Ты все собрал? Да. Хорошо, синий дракон. Я хочу получить у тебя слово синего дракона, что ты больше никогда не войдешь ни в это биополе, ни в этот дом. Да, я слово. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готов. Арахноид, выходи, собирай всю свою паутину, все свое наследство в этом доме. Возвращайся в клетку, докладывай мне о готовности к проверке. Приступай, ничего не забывай. Гараж. Гараж. Да, любимое их места спальня. Там очень много, она как заставлена чем-то, книги тут, небольшая комната. Только ничего не забывай, потому что если я тебя второй раз притяну, арахноид, будет печально. Рачная. Все такие спокойные места, куда редко человек заходит. Но если заходит, Готов. уходит с паутины. Все собрал? Да. Готов уходить? Готов. Хорошо. Больше в этот дом не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Один, два, три. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, рептилоид Греи. Как долго вы находились в этом доме? Два года. Скажите, рептилоид с Греями. Вот есть хоть один дом на Земле, где вы не живете? Есть. Где это? там, где нам не интересно. И где вам не интересно, скажи мне? Старые дома. А, вот как. Хорошо. Там, где нет человеческой энергии, правильно? Да. Хорошо. Это все темные любят. Без вот эти старые дома. Это ваша стихия? Нашу. Объясни мне, низковибрационные. пожалуйста. Хорошо, объясни мне, пожалуйста. Я очень часто вижу здесь у нас в интернете, публикуют видео, где люди ходят по этим старым домам и удивляются, когда в них прыгают демоны, когда в них прыгают бесы, когда начинает мяукать бес или черт. Я знаю, как вы умеете, как кошка мяукать, когда вселяется в животных и ходит вокруг этих домов. Объясни, почему вы так любите эти старые заброшенные дома? И пока без. Там энергии думать. старых. Там старые энергии, они вам нравятся? Их много, всех жителей за все время. А вот как, вот как. Скажи, а вот эти люди, которые занимаются вот этим поиском чего-то в заброшенных домах, которые практически лезут на вашу территорию, они не рискуют уйти от вас с подключкой? Сам ответил на свой вопрос. Все понятно. Хорошо, Без, я тебе за это сегодня соберу весь негатив в этом доме и отдам в дорогу. У тебя такой вариант устраивает? Устраивает. Хорошо, давай теперь сделаем следующее. Рептилоид, дай команду Грэм, пусть они все снимут в этом доме, отключатся полностью и, доклад... и доложат меня о готовности к проверке. Под без... они снимают по потолкам. без так это получается, вот эти дома это практически открытый портал, огромный портал, правильно? Которые брошены людьми, в которых вы там любите обитать со старыми вещами, старыми энергиями. Вот это все, да? Там много порталов. Много порталов, хорошо. Игры я просто, закончили. Я удивляюсь этим сумасшедшим людям, которые делают такие вещи. И удивился бы, если бы демон или бес не подключился бы к таким людям, когда они заходят на, на их территорию и пытаются что-то там у них услышать. Есть ли жизнь после смерти. Я недавно смотрел такие видео, меня просто удивляет. Ладно, хорошо. Рептилоид с Греями. Я прошу вас больше не приходить в, это, в этот дом. Вам понятно? Понятно. Хорошо. Открывается наверху два портала, один на чистоте рептилоида, один на чистоте Греев. Греи уходит, забирает все, что они принесли в свой портал, рептилоид уходит в свой портал. Закрывая, печатывая растворяя оба портала. Готово. Хорошо. Значит, у нас остался без и джин. Читай цифру джина над головой. 72 шестнадцать О, -о, О, да у нас такой высокий гость. Ну, джин, много золотых монет заработал? Много. Да, отдашь а мне кувшин свой? Зачем обижать Джина? Хорошо, если Джин не хочет, чтобы его обижали, тогда Джин мне все расскажет. С какой вещью он вошел в этот дом? Как долго он в этом доме находится? Не могу сказать, сколько давно С зеркалом пришел. Где это зеркало находится, Вера? В коридоре. Понятно. С этого зеркала ты пришел? Портал это. Хорошо, считай информацию с него, сколько лет он находился в этом доме. Пошла информация. Семь лет, пять семь. Семь лет. Семь лет, да, я тоже получил эту информацию. Хорошо, Джин, ты понимаешь, зачем мы пришли в этот дом, да? Чистите. его. Абсолютно верно. И когда Таких, ты все. Как мы. Верно. И когда ты сейчас выйдешь, я тебе дам команду, соберешь всю свою пыль который ты оставил, все свои магические фишки в этом доме, я открою тебе портал на твою чистоту. Если ты что-то оставишь, я притяну тебя при проверке снова. Если это случится, я тебя предупреждаю, ты просто уйдешь в одно место, которое ты не хотел уходить. Никогда. На дно Ледовитого океана. Чтобы этого не случилось, выходи сейчас собирай, и в твоих интересах, чтобы ничего не осталось в этом доме, на твоей чистоте, приступай. Он летает по дому. Какой он? Синий? Он золотой. А, он золотой, да. Джин, какие вы бываете цветов? Золотой мы видели, синий. Какие еще? Белый, красный. Белый, красный. А какую энергию несет белый и красный? То же самое или это просто разница в цветах? Или там какие-то другие у вас модификации есть? По годам. Вот как. Хорошо. По а какие, опыту. Какой самый старый считается? Красный, синий, белый или золотой? Золотой. Так это ты, получается, у нас один из самых старых? Да. Сколько тебе лет в человеческих годах, Джин? Не могу сравнить. Ну, когда ты помнишь свою самую первую жизнь? Когда это было на Земле? Что было? У меня нет такого. Я постоянно живу. Но, ну, ты когда-то родился. Я не умираю, как бы. Понятно. Ну, когда ты родился, что какой-то год был на Земле? Он все собрал. Хорошо. Какой год был на Земле, Джин, когда ты родился? Пошла информация. Отними 7 тысяч. 7 тысяч. Да, так ты всю нашу историю знаешь. Какая твоя самая интересная жизнь была? Значит, была. Э, я скажу так, ты жил в Персии или в Турции, где были склады? Любой джинн жил в Персии или в Турции. Ну хорошо, но у тебя была такая жизнь в каком-нибудь Гареме интересном? Была. И в каком году это было? Пять веков назад. Пятьсот лет. Пятьсот лет. Нормально, хорошо, отлично. Интересная была жизнь? Много золота нас собирал? Много. Хорошо, Джин, не буду тебя больше мучить. Я прошу тебя больше не приходить в этот дом. Я все здесь буду запечатывать, ты не сможешь войти. Поэтому даже не пытайся. Найди себе новое место обитания. Отпускай тебя со всеми твоими причиндалами. Все, что тебе принадлежит. Ты готов уходить? Тогда и золото было настоящее. Не да. то, что подделки сегодняшние. Это называется, лип... это называется липкое золото было, правильно? Мне один джинс сказал, что раньше золото было липкое, а сейчас вы его разбавляете чем-то, оно не такое чистое. Правильно это? Да, я про монеты говорю. А... Сейчас нет золотых монет. А что это, фейки тогда продаются? Или обман, или что это продается? Золотые монеты? Ну да, действительно. Мы перешли у нас... на бумажки. Все, понятно. Цена не имеет ваши монеты. Все верно. В этом отношении ты прав, действительно, и хорошо информирован. Все, Джин, не буду тебя задерживать. Открывается внизу портал на чистоте Джина 1, 2, 3. И Джин забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя готово. Хорошо, без. Ты все свои собрал? Собрал. Давай тогда, пошли по дому, показывай мне порталы, закрывай порталы. После этого собираю весь негатив, и даю тебе в дорогу. Поехали. В ванной. Зеркало напротив зеркала. Огромный портал. Я сразу говорю, Анжели, уберите второе зеркало. Зеркало напротив зеркала. Это тут почти стопроцентный портал. Мы его сейчас закроем, этот портал, но он у вас образует, если он зеркало будет висеть там. Одно зеркало должно обязательно уйти. По всему периметру этой ванной комнаты открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал из зеркал. Вместе с ним фантомы портала уходят, все наночастицы, все на переработку, чистую первичную энергию уносится. Закрывай, печатаю, растворяй. Пошли, дал пошли дальше. А значит коридоры... Зеркало, про которое говорил Джина, тоже портал. Хорошо, под этим зеркалом в коридоре внизу открывается портал в галактическое ядро. Этот портал засасывается туда, уносится в галактическое ядро. Вместе с ним фантомы и все наночастицы портала уходят на переработку. Закрываем, печатаем, растворяем. Готово. Пошли дальше. Значит, дверь в одной из э, спален. Под этой дверью... И в этой спальне открывается портал в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал. Фантом портала, все наночастицы, все на переработку уносится в чистую первичную энергию. закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Пошли дальше. На кухне. Что там? Посредине кухни портал. Под этим порталом внизу посередине кухни открывается портал в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантомы портала и наночастицы. Все это уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Пошли дальше. Угол гаража. Под этим углом внизу открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Засасывается туда этот портал, фантом портала, наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Все. Все. Хорошо. Возвращаемся к клетке. И я даю команду. Готово. Под космическим открывая портал в галактическое ядро, он уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяя. Этот большой шар? Большой. Бес забираешь? Да. Отправляй бесу. Доволен? Да, он доволен. Хорошо, он, готов. У него мимика какая-то. Видно, много ему было. Ну, ты же знаешь, они едят все. Некоторые даже в обморок падают, когда переедают. Хорошо, бес, не буду тебя задерживать. Ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Фух. Стобогненную пентаграмму. Готов. И пентаграмму сверху. Хорошо. Под клет... и... клетка пустая. Да. Открывается под ней портал в галактическое дрона, уходит на переработку в чистую первичную энергию. Есть. Отлично, Вера. Мы закончили здесь. Да. Переносимся на земельный участок. Один, два, три. Да, здесь. Я даю команды по всему периметру земельного участка. Здесь есть демон, есть жаба какая-то, черт. Три воронки. Демон, жаба, черт. Три воронки. Под воронками открывается портал. В галактической дроне уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, черт. Выходи, собирай все, что я оставил на этом земельном участке. И возвращайся назад в клетку тюрьму. Докладывай мне готовность к проверке. Приступай. Сетки у него разбросаны. Собирай все сетки. Готово. Хорошо. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта 1, 2, 3. Черт забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатай, растворяй. Ставим угодную пентаграмму. Так, жаба, откуда ты взялась? Она квакает. Квак. Откуда ты? Ты низковибрационный или откуда ты? Из воды. Из воды. Хорошо. Ты хочешь уйти на свою чистоту? Хочет. Открывая портал против часовой стрелки на чистоту этой жабы. 1, 2, 3. Она уходит на свою чистоту. Закрывая, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, Демон, выходи, собирай все, что ты оставил в этом, на этом земельном участке. Возвращайся, докладывай мне готовности к проверке. Гамаке он сидит. Понятно. Черт всю работу делал. Собрал Хорошо, Демон, теперь давай покажи мне, где находятся порталы на этом земельном участке. Мы их закроем, и я соберу весь негатив тебе в дорогу на этом земельном участке. Устраивает. В двух местах есть порталы. Пошли. В земле. Хорошо, Вера, найди их. Но один за домом. За домом, хорошо. Где-то сбоку. То ли. Видишь его? Да. Открывается внизу, в этом месте, портал в галактическое ядро. Один, два, три. Засасывает туда этот портал, вместе с ним фантом портала. Все наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. И второй где? Хорошо. Второй э, за домом. Это выход к реке. Здесь просто просто портал. Хорошо. Под этим порталом открывается внизу воронка в галактическое ядро. Один, два, три. Засасывает туда этот портал, вместе с ним фантом портал уходит. Все наночастицы, все уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Я имею в виду, он не в земле, он прямо в воздухе. Он закрылся? Засосался? Да. Отлично. Значит, это был космический портал. Хорошо. Так, демон. Значит, теперь соберу сейчас негатив. Я даю команду по всему периметру земельного участка. Шар огромный, сформировался. Демон, ну собрал бы ты такое сам. Давай, уже не томи. Отправляю демону. Хороший. Хороший штат. Хорошо. хорошо. Готов уходить? Да. Найди себе новое место обитания, потому что я все буду здесь запечатывать. Договорились? Да. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте. Демона 1, 2, 3. Демон забирается, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая печатаю, растворяясь в угенную пентаграмму. Готово. Отлично. Мы закончили, Вера. С домом, да. Хорошо. У нас машина осталась. Переносимся на счет три к машине. Один, два, три. Я здесь. И вокруг машины остановились. На машине пошел процесс. Красный дракон. Красный дракон. Считай цифры над головой. 346. Понятно, молодой дракон, который любит скорость, да? Нет, за сидит. Хорошо, красный дракон. Давай, выходи из клетки, собирай все, что ты оставил в этой машине, все свои энергии и возвращайся назад. Готов. Красный дракон, ты больше никогда в эту машину не придешь. Я понятно это? Понятно. Хорошо. Смотри, что мы второй раз с тобой не встретились. Найди себе новое место обитания. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Он забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатай, растворяй. Есть. И отключайся от дома и поднимайся в свою комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Я на месте.